Брат, мы идем тебя искать. Приветствую вас, друзья, с вами Верус, и будем надеяться, что это как минимум не третий брат. А здесь нам можно пробежаться сейчас по сторонам, чуточку посмотреть, что здесь интересного. Какой-то центр управления, может, что-то спрятали, что-то разместили, что-то засветили. И потом мы уже пойдем в темные зоны. Так, тут вообще ничего интересного. Если рядом кто-то есть, помощь будет кстати. Ух ты. Кому-то нужна помощь. Но голос с хрипотцой, как похоже, у главного уборщика. Потери. Был. Я пришла. Что с вами случилось? А, попал в передрягу. Я Горовец, я... С ним все будет в порядке? Не смотрите на меня так, я в норме. Но Уэлл все еще там, вы должны его вытащить. Уэллс это кто? Мой сослуживец. Мы охотились на сбежавший измененный предмет. Дошли до часов. Часов? Зона соприкосновения. Бюро отмечало ее много лет назад из-за часов. Мы вошли туда за предметом силы, но так, как он вел себя, мы не были готовы. Я и Уэллс единственные, кто добрался до шнура гостиницы. Он шел прямо за мной. Но так и не появился на этой стороне. Я найду его. Но сначала приведу медиков. Уэллс, медик. Пожалуйста, вытащите его оттуда. Я буду в порядке, реально. Руб может залатать меня позже. Хорошо. Я вернусь за вами. Я чертовски надеюсь. Просто воспользуйтесь шнуром гостиницы, он приведет вас к часам. Извините, соприкосновение. Самое интересное, что камера свободная, но двигаться нельзя. Так, давайте посмотрим. Это второстепенное задание. Брат подождет. Премьера у брата еще не скоро. Так. Пробежимся тут на всякий случай. И уже пойдем. Я так понимаю, надо было идти именно в то место, где он был. Ну, он в ту комнатку. Где море крови. Вот реально, по количеству крови на полу, которое он оставил. Ну, не похоже, что там у него вообще, ну, все под контролем, в порядке. И вообще, он доживет до момента нашего возвращения. Честно говоря, как-то не особо похоже. О, дверка, 5-й уровень. Здесь просто комната. Так что ее открыть нужно обязательно. Возрастающая частота. О, тут персональный мод, усиленная защита. Сейчас давайте посмотрим персональный мод. Что такое, с чем его можно съесть. Так, это идеальный предмет. Сила щита плюс 48. Но этот чит я не использую. Энергетическая стоимость уклонения. Ну, я тоже ей не особо пользуюсь. Но самое интересное, что восстановление здоровья нам нового уровня не дают. Чуть подразберем, пока я здесь. Скорость захвата прям. Стоимость метания. Вас... Ух ты, 5-й левел, но это исключительно для осколков. Блин, для нашего основного оружия тут ничего полезного нет, к сожалению. Да и для тебя тоже больше ничего. Ну погнали тогда, ладно. Система, конечно, интересная с оружием, что одно оружие, но... Выглядит, ну, как-то скудновато, согласитесь, да? Одно оружие не так интересно. Там оно практически-то не меняется. И какая загадка будет в этот раз здесь? О, таймер на время.
А тут часы. И что, пока мы смотрим, они будут крутиться до бесконечности? Нужно, наверное, на какой-то конкретно цифре, чтобы стрел... А, вот стрелки, смотрите. И нужно выйти, я так понимаю, чтобы одинаково они, наверное, стали. Ну, не знаю, чисто такое предположение. Очевидно, я даже часы как-то не заметил, когда в первый раз смотрел. Что здесь? Ну, практически 7:30, да? Без 27. А, назовем так, хотя там точно получится попасть, не получится. Ладно, погнали. Хотя, подожди, там... Именно я сказал 7, а там, по-моему, 8. Да. И крутиться вы больше не планируете? Вот. Ну, в принципе, смотрите, примерно выходим в нужный момент, и они... станут так, как надо. Все, отлично, да. Это хорошо. Тик-так, тик-так. Ну, 20 минут первого. Отлично. Прям вот стрелочка, ты хотя бы примерно, говорят. Попади по таймингу, а часы встанут как надо. И без 15:03. В принципе, я был близок. И сразу появляются ключи. Найти пропавшего медика. Уэллс где-то неподалеку. О, коридор с закрытой зоной соприкосновения. Тут он даже появился сразу. Хотя, может, зря я спрыгнул. Не, ну с другой стороны, здесь в коридоре зоны вот соприкосновения, нам нужно его искать. За шнурок дергать не нужно было. Просто как подняться потом? Если надо будет подняться, мы не поднимемся. Наверное, это и есть часы, о которых говорил Горовец. Тут их тьма. Комбо. Видимо, это он. Кто он? Где он? Ну, я понимаю, что медик, а...
А, вот он мертвый, да? Черт! Или нет, 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 живой. Дружище. Шалом. Пополом. Давай поговорим. Это вы, Уэллс? Ваш друг попросил меня найти вас. Это, наверное, Горовец. Рад, что он выбрался. Я остался помочь другим и явно сработал хреновенько. Вы пытались. Этого достаточно. Сейчас Горовицу нужна помощь. Как отсюда выйти? Мы должны вернуться через зону соприкосновения. По пути можно поискать других выживших. Лучше поторопиться. Куда идти? Идем по крови. Погнали. Не, ну ходить по крови в принципе, да. Я уже вспоминал в этом прохождении, финны любят такие испытания в своих играх. Еще в самом первом Пейне. Эти хождения по мукам. Ты дверку открыл и вернулся. Ой, какой ты джентльмен, а. Ну, так-то да, тут 9-й левел, офигеть. Я думал, 5-й, и все, и на этом мы уже... А что с часами? Любые двери откроем. Эффект соприкосновения. Раньше это было обычное офисное крыло до появления зоны соприкосновения. Действующие здесь силы завладели чьими-то часами и начали их дублировать. Теперь офис заброшен и полностью завален часами. И что это за видео? Работники месяца, что ли? Ну хоть кто-нибудь что-нибудь сказал, а? Какая-то неловкая ситуация. И у них, и у нас. Тебе так не кажется? Медик. Просто так прохожий. Парень. Ну, не знаю, может, эти шарики тут что-то еще сделают в перспективе? Пока вряд ли. Ух ты, ёшкин-кошкин. Но, знаете, сейчас мне напомнило реально это способности Дарта Вейдера. Так, хватает и цель за шею, и все. И придушил. Такой ситх на минималках. Наша дама.
Ну а чё? Так-то... Может, найдете дорогу во вход? Уже нашел. Я осмотрюсь. А по факту так-то... Опять я правильный путь выбрал. Ну, а что касается ситхов, джедай и дама была, да, вот теперь ситх. Это они. Черт! Никто не выбрался. А мод для вращения какой-то мощный мы нашли. Тебе что? Сидеть на стуле постоянно вредно. Держись, боец. Так, с эффект щита. Удаленная мысль. Часы как тикают, а? А внизу я вижу сейф, однако, судя по всему... Именно в этом убежище измененный предмет загнал нас в угол. Мы заперли за собой дверь. Нельзя было позволить ему попасть в бюро. Надо позже разобраться с этим предметом. Если я сейчас открою... Понятно, если ты сейчас откроешь, то всем... Так, это вращение. О, кумулятив, кстати, хорошая штука. Это как раз нам пригодится, уже улучшенный. Тут урон 32, здесь 34, хотя ну, урон не намного увеличен, к сожалению. Сила щита плюс 48, энергия, энергетическая стоимость щита, это все ерунда. Бежище, то Уэллс пострадает. Холодильник. Когда стало ясно, что мы не можем изолировать измененный предмет, Горовец приказал отступить. Мы вышли, но шумы ждали нас. Я отвел Горовица к шнуру гостиницы и вернулся за остальными. Это храбрый поступок. Я медик. Это моя работа. Ну-ка, подожди.
Только вот NPC бы проход не заслоняли, да, как это часто бывает в играх. Ускоритель захвата обалденный появился. Астральные конструкты, формы оружия. Вот давайте улучшать его. Мы можем и моды посмотреть, какие-нибудь, да, новенькие. Пусть давай улучшим сейчас раз. Улучшить больше не можем. Обновить моды, что интересного. Скрытый персональный мод, скрытый персональный мод на оружие, трешка. Ну давай, ладно, посмотрим, что здесь будет сейчас. Повышение здоровья, плюс 26%. Но общее повышение здоровья, это, конечно, интересно, но мне кажется, восполнение вот хпшечки, это прям даже покруче за счет подбора. Потому что дамажить по ним мы будем постоянно. И таким образом восстанавливать хп. Куда интереснее. Так, здесь больше ничего. В принципе, все, да. Пошли. Горовец нас ждет. Просто двигаемся прямо. Мне нравится чувствовать себя ситхом. Сейчас Дарт Вейдер-то прям хватай за горло. А вообще обалденная тема. Вот кто помнит Джедайскую Академию старенькую, да? Когда там несколько частей, и именно та, где можно было выбирать задания. То есть по факту можешь пройти все задания, можешь не все, на разные планеты там вылететь. Обалденная система была, очень крутая. По мне, так это намного интереснее, чем даже вот новая Академия Джедая, где, ну, больше свободы дали, но не так интересно, не так динамично. Много такой вот беготни пустотелой, которая искусственно увеличивает количество геймплейных часов. Тебе мешает, я могу убрать. Хотя он тут тоже сейчас будет мешать. Так вот, там миссии некоторые, когда на каких-то высотах, еще что прокачиваешь себе, выполняя миссии, различные навыки. И вот обязательно я прокачивал себе удержание, как у Дарта Вейдера. И на втором уже уровне, на втором просто поднимаешь воздух, а на третьем уже... можешь его в разные стороны таскать. Так вот, зачастую вот так вот хватаешь за горло любого противника и просто его в пропасть так жу, бежишь, не сражаешься даже мечом, раскидываешь в разные стороны. И да, если ты хватаешь там других ситхов, скажем так, обладателей силы, они могут тебя толчком сбить тут же. Но если это быстро сделать вот таким движением, хват и в сторону. Он тебя отбивает назад, а сам по инерции летит в пропасть. Ну же, шнур гостиницы на другой стороне сектора логистики. Горовец все еще должен быть там. Это просто какая-то даже местами читерная тема была. Эффективность боеприпасов. Жаль, что здесь нельзя прокачать эту способность до такого уровня, чтобы полностью живых охватать, кидаться ими. Потому что если бы такая возможность была, заходишь, так одного схватил, с другого кинул. Они оба ласты склеили. Так, нет, это значит, пусть уже эту сюда нам нужно
Давайте внизу посмотрим. Хотя вполне возможно, что все двери ведут туда, куда нам нужно. Это с другой стороны мы вернулись, кстати говоря. Я думал, просто отдел похож, может быть. Погнали. Он же уже вот, ну, тут же, прямо вот, ну. Мог бы и без меня добежать. Постойте. Что-то важное случится. С ним что-то не так. Пипец. Он... Горовец. О боже, нет. Эти гребаные шумы добрались до меня. У нее, похоже, поврежден был. Костюмчик. Не вставай. Ой-ой, ну это уже было слишком самодовольно. Хедшот. Надо проверить Уэлса. Убедиться, что он в порядке. Так, моты на оружие заполнены. Так, ну ладно, двушки все разбираем. Хотя тут однерки вон и. В первую очередь бы, да, все равно желательно. Этот хлам, это исключительно для осколков. Не то. Урон при прицеливании еще увеличить. Ну давай. Много урона не бывает. Соболезную о вашем друге. Спасибо за то, что пришли за мной. РУГ Горовица, наверное, был поврежден в зоне. Парень никогда не ставил себя на первое место. По крайней мере, измененный якорь все еще заперт в часах. Надеюсь, он там и сгниет. С этим предметом нужно разобраться, пока он еще кому-нибудь не навредил. Я должна вернуться и очистить его. Идите в сектор управления, Уэллс. Там пригодится медик. Спасибо вам, директор. Посмотрим, что я смогу там сделать. Тут ничего интересного не появилось. Так, новая миссия. Враг внутри. Ну, это интересные, такие не временные, да, миссии какие-то, ну, ни о чемные, а раскрывающие сюжет. Поэтому ее, конечно, пройти интересно. Но сейчас, я думаю, будет быстрее не через шнурок. А через точку. Как раз, может, способности прокачаем
Во время удержания и метания. Ну, кстати, то, что предмет можно метать и восстанавливать сразу же энергию, это прям бомбическая тема. Давайте, ладно, плюс 50 еще к урону. Да. Потом. Восьмеру, если получится, накопим. Хотя не получится, там я двушку еще плюс 50 по-любому энергии добавлю. А, зал зоны соприкосновения. Нам в содержании отдел логистики нет. А вот выход. Да, зона соприкосновения. Если боеприпасы закончатся, используйте способности, пока запас боеприпасов не пополнится. Общий резерв. Так, нам вниз. Часы тикают. И сейчас это даже зачастую не просто образное выражение. Hasta la vista, baby. Прям вместе с щитом выносит. При прицеливании, да, прям очень мощненько. Это то убежище, которое показывал Уэллс. С измененным предметом внутри. Тык-так, тык-так. Отлично. Больше часов. Больше времени. Но, к сожалению, чем больше часов, тем обычно меньше этого самого времени. Перепрыгнуть получится у тебя? Да. Я недооцениваю твои все-таки способности. И как же мне туда перебраться? Ну тут специально точку сделали, чтобы если что, ты ласты склеишь при моей поддержке. Не бежать издалека. И за это им спасибо. Так, это ерунда обслуживания. Не слышу мов, это не то, это временное задание, правильно же? Да, это ерунда. Вот если бы это был бы принц Персии, мы бы сейчас вот тут так между стенками. Так тын-тын-тын-тын и вверх поднялись. Красиво, эффектно. Молодежно. Сомневаюсь, что здесь так она может. Но слишком верить в твои способности, что ты здесь перепрыгнешь, все-таки думаю, не стоит. А ну-ка, карта. Ох, офигеть, мы здесь вообще находимся за пределами карты. Даже она нам и не подскажет ничего. А
Обследовать убежище, содержание зал открытой зоны соприкосновения. Здесь вот уже несколько... А, ну это точка дальше, да, согласен. Поэтому зал закрытой зоны соприкосновения до сих пор и подсвечивается. Как миссия. Ну, пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Давай, ладно, попробуем сейчас потратить очки. А если на что-то их можно еще потратить... Астральный след нужен. На астральный след этого не хватает, ладно. Мы просто тут сейчас будем умирать. Добавок ко всему каким-то образом вот это все. Контрмеры совета. Убить врага в секторе управления попаданиями в голову. Прогресс, награда, случайный, необычный. А, ну тут... Уже награды мы. С ними запоздали. Внизу я вижу платформу, но сомневаюсь, что она нам пригодится. Другого же выбора, судя по всему, нет. Силу использовать, там, допустим, чтобы притянуть эти, как в джедайской, да, теме. Не-не-не, там до платформы она даже не долетает. Это любопытно. Это прям очень любопытный факт. Не, можем, знаете, оставить эту миссию. Сейчас ТПшнуться выполнять с братом, а сюда вернуться быстро, уже в начале серии, если что, вне записи. Поразбираюсь, как туда добраться, чтобы сейчас время не тратить. Кстати, якорь исчез. Вверху стоят эти ящики. Туда как-то, ну, по-любому можно попасть. Ну, ладно. Сейчас еще пробегусь. Взгляну, может быть, какой-то момент за углом пропустил, но вроде бы все тихо, мирно. Все так, как и должно быть. Обязательно подпрыгивай, причем если на одной... плоскости стоишь, она, если только рядышком, переносится, далеко нет. Все, ладно, идем выполнять другое задание. Так, надо только его переключить. Мой брат. Переместиться в отдел логистики сейчас. И двигаться прямо. Ну вот прям любопытно. Какой выступ тому? Можно как прыгнуть, притянуть, ничего нельзя. Да вы издеваетесь. Да что у вас?
Они здесь нескончаемо будут теперь идти на нас. Ну ладно, надеюсь, двери вас остановят. Честно, он взорвался бы рядом, если бы я его не бросил. Прям над духом у меня. Проверять не то, чтобы хотелось, но вопрос такой возник. Отвлекли немножко. Так, а здесь они уже все мертвы, нет? Кипиш закончился. Шестой уровень, у нас такого нет. Жаль. Ну тут вон, мы видели, что уже девятые будут. Что рано радоваться. У доктора еще и доступ не ко всему был. Мы же вроде бы его пропуск используем. 5 уровня, все дела. А он, оказывается, ну, так. Лайтовый дядя. Так, отдача осколков, это мне не нужно. Отдача, вот сюда я только еще не заглянул в эту комнатку. Что-то я прошел мимо. А здесь как раз тоже есть ящик. По факту дополнительные миссии, ну, есть смысл... выполнять... ради очков навыков, да? Какие-то чуваки и другие уже пошли. Но тут что-то писали про плесень из дополнения, да? Дополнение-то у меня есть. Все. О. Привет. Дверь открывать умеете? Вот так, в очередь. Двоих как минимум. Точно можно вырубить. Любопытно, что ХП. Ай-яй-яй, я не уже. Паровозиком не выстраиваются. Хотя не выпадает с здоровья все-таки. И с одной, и с другой стороны, что ли, по мне стреляют, или кто? Ну да, тут чувачелы есть везде, а тут такое ощущение, что телепортируется. Но на эффективность метания есть персональный мод.
Лучше ли он? Да нет, такой же. Во, подобранный элемент. Шикарно. Это то, что я ждал. Это здесь нам очень нужно. Урон плюс 42%. Тут урон при прицеливании, тут просто урон. Конечно же, лучше просто даже урон. Он же, я надеюсь, распространяется и на прицеливании. Ну, как бы так. Логично было бы. А шанс на возмещение. Шанс, в принципе, проще просто стоимость боеприпасов на минус 16, да, сделать. Так, логичнее. Тут точно ничего. Ну, вроде бы... А чё этот мой тогда сюда вот зашел? Помыться? Кабиночку. Подопечный. Против этих зомбаков, конечно, убер-пушка не самый лучший вариант. У меня она что-то приглянулась так. Тишина и спокойствие. Проходим по кабинетам. Агрессивных субъектов не замечено. Сейчас видео должно сработать, я думаю. Нет? Обидно. Дерни за шнурочек, двери откроются. Вот мог бы тот медик нам свой доступ 9 уровня дать уже. Правильно, мы его спасли, спасли. Мы директор, директор. А чё, у начальника так-то доступ меньше, чем у медика какого-то просто. Бойца. Рядового, считай. И-6. Так бюро называет Дилана. Его камера сломана. Шумы добрались до него? У тебя есть с ним связь? Можешь защитить его? Здесь бы желательно точку найти. Вот если дергать за шнурок... Просто... По-любому потом целое путешествие будет вновь через гостиницу. Скорость вращения. Сейчас, наверное, тогда на второй этаж еще поднимемся. Все-таки здесь дальнейший путь по основной сюжетной линии будет. Мультик. Мы обнаружили старейший дом во время расследования предполагаемого альтернативного мирового события в туннелях метро Нью-Йорка. Агенты нашли путь в здание. Как только мы узнали об этом, оно было там. Для остальной части населения дом скрыт из виду. Неуловимая слепая зона, препятствующая наблюдению. Это место силы. Непрерывное АМС само по себе, казалось бы, соблюдающее внешние физические ограничения, но постоянно нарушающее известные границы реальности, нестабильное, изменчивое. Примечание.
Информация о точках контроля и исследованиях, процессе стабилизации и защиты основных секторов представлена в отдельной презентации. После масштабных исследований и расследования здание стало штаб-квартирой бюро 13 ноября 1968-го. Федеральное бюро контроля никогда не действовало в открытую. Его деятельность всегда была запутанной и секретной. Представьте себе наше удивление, когда препятствующие наблюдению здания аспекты начали необъяснимым образом влиять на бюро. Тим-тим-тим. Так, ладно, давайте за шнурочек дернем. Опа. А там уже братец. А орут как будто из правой части. И что здесь сейчас? Что-то запомнить, повернуть. Ну, пока ничего не получится. Словно комната перевернута, да? Ну ладно. Дзинь еще. Тут как и должно быть. Ну, вон видим след от крови. Ту комнату нас пустят в этот раз или вновь? Да. Эту дверь не хотят нам открывать, но здесь ключи появились, отлично. Кровяка. Просто так, для страсточки. Найдите Дилана. А нам все-таки даже сюда и нужно, да? Мы друг друга хорошо знали, но это было очень давно. Я все думала о нем. Каким человеком он вырос. И была ли его жизнь так же тяжела, как моя. Скорее всего, здесь ему было еще труднее. Это получается выход назад. Откуда мы пришли, да. Можем как раз восполнить ХП. Эти хомячки, которые разрываются, спавнятся бесконечно. Ну, значит, правильно все-таки туда идем. Там даже лифт дальше будет. Вы кто? О, приветствую. Я могу вам как-то помочь? Галстук не классный. Новый директор. Мне нужно зайти внутрь. Новый директор? Хорошо. Ну, привет, я Фредерик Лэнгстон, супервайзер паноптикума. Сейчас не лучшее время для экскурсий. Здесь повсюду шумы. Многие камеры оказались открыты. То там сбоят системы. Новый директор, так что... Добро пожаловать. Основанный Захарием Тренчем паноптикум является сверхсовременным хранилищем измененных предметов. Это слишком долго.
Говорят, здесь содержится Дилан Фейден. Поможете его найти? Фейден? Ну, конечно. Дарлинг хотел, чтобы его держали под надежной охраной подальше от людей. Он в одной из камер особого содержания на верхнем уровне. Сейчас есть проблема, требующая срочного решения, мэм. Один из предметов силы высвободился и разносит это место. Телевизор Бенников. Это еще та хрень. Сальвадор с командой взялся за дело, но чего-то пропал. Он относится к пятой категории ПС. И если мы вскоре не изолируем его, он разнесет паноптикум на части. А нам ни к чему, чтобы все измененные предметы вышли из-под контроля, мэм. Поверьте мне. Дилан здесь. Откройте дверь, Лэнгстон. Я справлюсь. Раз вы хотите. Обычно я говорю новичкам, чтобы ничего не трогали, но... Ладно. Прошу, я открою вам дверь. И, пожалуйста, мэм, зовите меня Фред. Спасибо, Лэнгстон. Пожалуйста, внезапная остановка сегодня выходит в кинотеатрах. Не могу поверить, что пропущу новый фильм про Алекса Кейси. Телевизор уже в ячейке? Никакой суеты или еще чего-нибудь такого. Это просто, знаете, постоянная проблема. Вам нравится работать в ФБК? Конечно. Я имею в виду, да, драм здесь хватает, но тут больше льгот, чем в почтовой службе. Я проверял. Медицина здесь лучше. Это не значит, что мне не нравится моя работа, мэм. Я здесь уже более 15 лет. Никто не знает коллекцию паноптикума лучше меня. Я... близок с ними. И сказать не могу, жутко это или нормально. Так, ладно, давай мы к тебе еще вернемся. Еще увидимся, Лэнгстон. Я буду здесь, как и всегда. Мы еще к тебе... А, тут точка как раз. Сделано рядом. Но предмет силы может уничтожить это место до того, как я найду его. Тут ничего. Но значит, сохраняемся и на этом месте завершим данную серию. Встретимся уже дальше. Посмотрим, что там будет да как. В общем, друзья мои, до следующей серии. Всем добра. Пока-пока.